Восьмилетний мальчик погиб от удара током. Ребенок, по всей видимости, играл у придорожной линии электропередачи. По предварительной версии, он забрасывал на ЛЭП провод с привязанным к нему грузом. От удара током в 6000 вольт ребенок получил тяжелейшую электротравму. Пострадавшего мальчика принес на руках в участковую больницу Красного профинтерна его отец. Медучреждение находится в 300 метрах от места ЧП. Все необходимые реанимационные мероприятия, по словам медиков, проводились как и положено, но результата не дали. Остановившееся сердце вновь завести не удалось. У родителей Никиты осталась дочь. Он был доставлен без признаков жизни. Но в любом случае, куда людям бежать? Конечно, в больницу. Но мы обязаны проводить реанимационные мероприятия все равно. Сердечная конвульсивная реанимация мы проводили, она была проведена. В течение получаса делалось как положено. Неужденного коробка сердца никакой, потому что я пьяный мальчишка. Болевой РЗ, как все, регулярно. Все. Сделано все было возможное. Отец мальчика поясняет, что в этот день он пахал землю рядом с этим местом, где проходила линия электропередач. Ребенок гулял. С кем он гулял, он не знает. Известно то, что после 9 вечера отец пошел искать ребенка и нашел его около этой линии электропередач. Он был в бессознательном состоянии, и в таком состоянии он принес его на руках в больницу. Рядом с телом был обнаружен металлический провод, к одному из концов которого была привязана доска. В настоящее время необходимо установить очевидцев, которые могли видеть данное событие, также провести иные необходимые мероприятия, после чего будет принято процессуальное решение.